платочек. Платочка нет? Платочек. Так, с ним забегите. Телефон! Телефон! С ним кто-то забегите. Тараси, сходи с ним. Он не пойдет. Иди. Сейчас он, подожди. Говори. Когда я только ухожу, в это время начинайте меня искать. Когда дома был, в это время подходите. Не трожьте нас пока. Так. Будем ужин здесь или уйдем? Уйдем! Зачем? Да ужин! Да больше нет! Если может там то же самое, ветра то нет. То же самое. Что надо? Да надо мне в келье с Тимофеем. Ну я не знал. Что? Я виноват тогда. Ну ничего тут особенного такого нет. Игнат Тихонович. Так, все, давай. Я сегодня ходила на огород и на огороде нашла три сорванных клубники. Кто-то из детей, может, из наших. На каком огороде? Вот, клубнику. Или кто-то из наших. А как сорваны ягодки лежат? Да, и прям вот где проход, и тут три ягодки. Вон я их сорвала. Они сорванные. Сорванные. Или же деревенские, или наши кто-то рвет. Я там был сейчас. Прошел по краю, несколько ягод сорвал по краю. Нет, вот я нет, после обеда. Я сейчас искал червей там копать, и ничего не нашел, и решил хоть маленько удовлетворить себя. Это до этого. Три ягодки, кажется, съел. Игнат Игнатьевич, это было до обеда, говорят. Вот, я час тому ну, назад. Ну, кто ходил? Говорят, это было до обеда. Кто-то сорвал. И ну, прям до обеда положил. Девчонок не было, уже отпадает. Андрюша, на тебя все время вина будет падать теперь. По-моему, это как... Близко не подходи, за этот край даже не заходи. Ты понял, нет? Нигде не подходи, близко. Мы завтра нарвем так, и всем вам утром дадим полить. Ягоды. Обязательно. И нарвать, чтобы ягоды были на обед поданы. Давай, выходи. А это он первый раз, когда он брал без спроса ягоды, он их бросил, чтобы никто не заметил, что он взял без спроса. А когда это было? А это в тот раз, первый раз, когда он говорил, что... Что он говорит? Давно было это? Да, говорит, тот раз. А это я сегодня. Ну-ка, Андрюша, сюда. Сегодня... Понимаешь, ты как этот... Везде первый. Ну еще брал ягоды, заходил. Он не Игнат брал Игнатьевич, а. Вот я был свидетелем. Я вот стоял вот здесь, между пекарней и кельей, и видел, он там стоял, его стали ругать, он вот так стоит. Я за платочком, у меня платочек улетел. Ну это давно было. Вот, когда сказали, нет, сейчас подожди, все. Приду по карману, понимаете, он так взял мне с кармана, нужно, чтобы выкинул сознался. Он говорит, правда, нет, неправда. Правда. Видишь, как? Нужно два свидетеля. Один свидетель... Нет, так, давай. Это правда, что он говорил? Что? Это правда, что Ваня говорил. Когда... А ты что, это видел тоже? Да. А как ты видел? А где ты в это время был? Я вот тут стоял. Вот здесь стоял. А как ты мог видеть там, нет. Когда это мимо смотреть? Да нет, я вот так вот подошел сюда, увидел, что... Еще он делал? Там. Может быть, он проходил, не рвал? Нет, он вот так вот, когда... Еще раз спрашиваю, Андрюша, рвал или нет? Не рвал, понимаете, не рвал. Мне легче слово сказать не рвал, это кит называется так. Он сказал, что не рвал. Давайте на этом остановимся. Раз не сознается, ну что боится, сделаешь? Боится. Давай, выходи. Я знаю, когда я тут в момент тут на дороге-то сидел, я видел, как они там ягоды рвали, они подошли ко мне. А кто рвал? А кто рвал? Тарас и Андрей. Я не рвал. Он сам рвал, мне предлагал. Может, издалека ты не заметил? Почему это? Я вот так сидел, конечно, видно было, как они там двое. Ребята, ходили, не рвать да. Больше это. Мы же на стол все подаем. А ты один зашел. Вот эта вот первая грядка, это моя. Ее с нее не берите ягод, это лично моя грядка. Ладно, остановитесь. Мы разберемся. Если брал, значит, во время раздачи ягод не получит ничего. Я сказал, больше не подходите. И когда поливаете, старше смотрите. Ну, воздержитесь маленько. Платочки. О, кармашки у них какие. Тя, замечательно. За стол. Давайте. А Инафу показали уже, да? А? Инафу показали уже, показали, да? Рассказали. Инафа назвалась. Вот она приехала, красавица. Откуда она? 14 лет ей. Она все сказала. Восьмой год она приехала. Восьмой год. Было бы плохо, еще бы она ездила. Я говорю, тебе радостно, очень. Очень сюда рвалась она, не знаю, она в больнице была. Было бы плохо, еще бы она рвалась. Ребенка ты... Ну, надо почувствовать. Тетя Валя, давайте я с ней подержу. Тетя Валя,
Оля, я буду. Надежда. Я буду еще. Телефон! Это, блин, это плохо. Так, убирайте тетрадь. Говори. На, Инна. Так, разговоры прекратили за столом. Чего вы разболтались, на базаре, что ли? Молча все делаем. Вы послужения не было, крещения не было, все обман. Вопрос один. Нет, конечно, миропомазание – это таинство, отдельно от крещения, оно совершенно правильно. Речь идет только о крещении. Рано или поздно этот вопрос будет струнут. Патриархия должна поднять этот вопрос. И наказать всех, которые мочили. 50-е правило гласит. И милость об этом толкуете все. Они должны быть извержены священники. А раз не извержены, хотя бы представить священники. Отодвиньте, отодвиньте все. Отодвиньте. Да.